Солнце такое яркое. Без него бы на мне ничего не росло, и было бы темно. Тебе повезло. Мне вот что оно есть, что его нет. Сатурн, дай еще своих камешков. О, кто здесь? А, Меркурий, ты такой мелкий, что я тебя не заметил. Опять ты обзываешься? Может, и мелкий, зато самый быстрый. Да я быстрее всех вас пробегу вокруг солнца. Молодец. Я тоже могу светить. Ты светила только потому, что отражала солнечный свет. Ха! Мои люди придумали атомную бомбу. Она достаточно горячая, чтобы зажечь тебя. Ребята, помогите, ведь солнце же наш друг. А зачем? Нам и так нормально. Тогда я отправлю к вам своих людей-паразитов, и они начнут вас терраформировать. Хорошо, хорошо, ладно. Так, у некоторых из нас внутри горячие ядра, у остальных все еще нагретая солнцем поверхность. Мы должны согреть солнце собой. Ура! Ну что, второй раунд? Нет!